Добрый день, уважаемые друзья. Добрый день и добрый Новый год, который начался. Я, конечно, с большим удовольствием после некоторого перерыва, после новогодних праздников. Всех вас от всей души рад видеть и от всей души поздравляю с наступившим 2020 годом. Конечно, праздников у нас в январе много, но вы знаете, я все-таки уже как-то вышел из режима праздников, несмотря на их количество, а нахожусь под самым ярким таким впечатлением, очень в рабочем настроении после того, как побывал на оглашении послания президента Федеральному собранию. И, конечно, это самое главное событие прошедших дней. Президент, не откладывая, по сути дела, с первых дней года задал темп этому году высочайший, поставив те задачи, которые вообще меняют и саму страну, и систему социальных отношений в этой стране реформируют и совершенствуют. Ну и, конечно, все это настраивает на рабочий лад и все органы власти сверху донизу. Я считаю, что это послание, оно такое очень глубоко направленное, нацеленное на изменение качества жизни, на совершенствование качества жизни внутри российского государства. И нас ожидают действительно очень серьезные перемены. И, безусловно, огромный пакет социальных таких проектов, которые будут направлены на поддержку, прежде всего, многодетных семей, семей с детьми, семей, оказавшихся там, в сложной жизненной ситуации. Это все очень необходимо, поскольку что самое дорогое, что самое ценное у нас в стране – это наши люди. И приумножение государства российского, людей российских – это главная, самая главная функция государства. Об этом и говорил президент. Поэтому мы сейчас находимся уже буквально с первых дней работы после послания в режиме подготовки и оценки наших действий по его реализации, взаимодействуем с федеральными министерствами, которые тоже, как вы знаете, находятся сейчас в несколько сложном положении. Но мы формируем тот заказ, без федеральных средств нам не сделать, не решить эти все задачи, которые позволят потом в кратчайшие сроки, учитывая, что все инициативы работают с 1 января 2020 года, все инициативы послания президента, нам нужно будет готовым все это выполнить в кратчайшие сроки. Важный аспект послания – это изменение системы государственного устройства. Большая функция теперь передается парламенту. Мы еще не будем парламентской республикой, но то, что место и роль парламента, общественно-политических организаций в стране существенно возрастают, это тоже очевидно. И тоже обратите внимание на то, что темпы, с которыми предложены, я, честно говоря, думал, что это займет не менее года, но система власти государства настроена на то, чтобы уже в мае внести все изменения в Конституцию, которые позволяют стране чувствовать себя более уверенно и более согласованно внутри. Ведь речь идет о достижений внутри государственного, внутри общественного согласия, в том числе и через эти инициативы. Ну и меня как губернатора, конечно, очень так затронула тема, связанная с созданием единой системы публичной власти в стране. Конечно, вопрос совершенствования взаимодействия всех органов власти, федеральной, региональной и муниципальной, тоже стал весьма актуальным. И то, что страна должна жить в единой системе управления, это совершенно очевидно. Задачи, которые мы перед собой ставим, в том числе и в рамках реализации национальных проектов, требуют создания выстроенной команды, понимающей каждое свое место в строю для реализации этих масштабных проектов. Мы уже начали эту работу. Я уже сказал о том, что буквально вот с 20 числа уже целый пакет подготовлен решений, поручений правительству, которые мы будем реализовывать в рамках реализации послания президента. Хотя это только первые шаги, уверен, что будет их гораздо больше. Конечно же, важным аспектом, кстати, этого послания является еще одно направление, о котором мы очень долго говорили. Речь идет о целевом наборе на социально значимые профессии государственные. Речь идет о врачах и учителях. Вы знаете, мы не пришли к распределению, хотя целевой набор – это некий такой версия распределения, выстраивания обязательств между студентами и системой образования и властью в целом. Тоже тот набор действий, который уже многократно обсуждался, был целый ряд наших инициатив со стороны и Архангельской области. Мы очень удовлетворены тем, что сегодня наши вузы и образование
образовательные и медицинские, они будут иметь региональный целевой заказ, подтвержденный бюджетным финансированием. То есть бюджетные места будем формировать, заказ на эти бюджетные места будем формировать мы. К этой работе мы тоже приступим буквально в ближайшее время. Ну и сформулировано послание. Это, конечно, целый комплекс задач на совершенствование системы первичной медицинской помощи и образования. Вот эти все-таки эти два блока, которые сверхважны для страны, они тоже сейчас будут еще дорабатываться и финансово, и материально, и ресурсно в разных направлениях. 15-го было послание, а 17-го у меня была встреча с главами южных наших районов. И мы уже с ними обсуждали, а что же мы должны сделать для того, чтобы быть готовым к тем предложениям, к тем задачам, которые поставил президент. Оценить масштаб тех работ, которые нужны по системе здравоохранения. Еще раз, с учетом таких вот требований. Оценить масштаб тех преобразований, которые нам нужно сделать в наших школах, детских садах, яслях. Это требует не только строительства, но и совершенствования тех объектов, которые у нас есть. Этим мы уже тоже займемся. Такой интересный аспект. Мы все время говорим о демографической яме и в связи с этим снижение рождаемости в целом стране, и мы это тоже ощущаем хорошо. Но инициатива президента ведь поменяет эту картинку. Поэтому не дать возможность снизить наш тонус, наш уровень обеспечения сначала местами в роддомах, их мощностью, потом количеством мест в яслях, в детских садах и школах. Это вот совершенно очевидная задача, и мы должны быть здесь максимально адаптированы к тому, как будет меняться сейчас мир, как будет меняться область в связи с этими инициативами. Работы много, президент ТЭП задал, будем этим заниматься. Новый год я начал с того, что побывал уже в двух районах области, и, да, можно говорить, что и в трех, что в Приморском тоже много приходится работать, и в Архангельске, и поездка в Усянский район, посещение школы, открытые те новые фермы. Я, к сожалению, не смог в силу жесткого графика это сделать в декабре. Мы договорились, что я сделал это 11 января. С одной стороны, просто ярчайшее впечатление от того, как люди стремятся улучшить жизнь вокруг себя. А с другой стороны, конечно, и новые задачи, новые требования, будь то по школе номер один в Устьянах, в Октябрьском, либо по тем формам поддержки нашего сельского хозяйства, которое на самом деле пережила непростой год, да и зима не самая радостная, в том числе для сельхозтоваропроизводителей. Ну и, конечно, для лесников и для многих других наших производственников, которые работают в реальном секторе экономики. Ну и, конечно, вопросы культуры, которые мы обсуждали в Каргополе, или вопросы исторической памяти, о которой мы говорили в лесной речке в Архангельске. Лет победы в этом году. Мы уже много знаем, стремимся знать больше о войне, которая изменила мир, никак не меньше. Изменила мир, нашу страну, наших людей, нас самих. И память о Великой Победе, она ведь не сакральна, не ритуальна. Она заставляет каждый раз в новом прочтении, с учетом современных вызовов, анализировать ту победу и те действия, те подвиги, которые совершили наши отцы и деды. И она дает новые открытия, новые страницы открываются для всех нас. Я, честно говоря, хоть и давно живу в Архангельской области, почти 30 лет, и вот здесь рядом много раз бывал, много слышал о победах и подвиге наших предков, наших ветеранов в этой войне. Но побывав в школе в лесной речке, открыл для себя то, что здесь у нас после войны была размещена Московско-Черниговская дивизия, которая вообще уникальна вообще для этой войны. Она уникальна для того подвига, который совершил наш народ. Единственная дивизия, а она была размещена здесь у нас, в Архангельской области, и завершила свое существование здесь. Но это единственная дивизия, где была рота героев,
одновременно 15 человек за одну боевую операцию были награждены в этой дивизии званием Героя Советского Союза. И батальон славы, целый батальон за операцию в Польше был награжден орденами славы, соответственно, там разных рангов за Висловодерскую операцию. Понимаете, это мы обязаны вернуть это в знание, в изучение, в анализ сегодняшней молодежи. К счастью, ребята этим занимаются, учителя, удивительные учителя, которые относятся к этому с трепетом и пиететом, низким им поклон. И мы, есть общественники, которые к этому относятся очень неравнодушно, и проведение уроков памяти в школе вот прямо с первых дней 2020 года, это заслуживает самого глубокого уважения. Я искренне благодарен всем, кто этим занимается, и с удовольствием принял участие в таком уроке памяти сам. Нам есть чем гордиться, мы обязаны это делать, мы обязаны помнить этот подвиг и учить на этом все наши поколения. Памятник, который находится, памятник подвигу Московско-Черниговской стрелковой дивизии, который находится на территории исправительной колонии номер 7, надо вынести и отдать его людям, дать возможность посещения и отдания памяти и уважения подвигу всем жителям Архангельской области. Его надо вынести за территорию колонии. Такое поручение уже дал, мы его отрабатываем вместе с коллегами из УФСИН. Важным, опять-таки, праздничным событием этих дней был День российской печати, в рамках которого мы сделали тоже подарок нашим коллегам из средств массовой информации. Мы провели этот праздник в отремонтированном здании нашего зала, и сделано это было в очень торжественной обстановке, я считаю. Именно так мы должны благодарить наших коллег из средств массовой информации. Они, безусловно, разные. Они, исходя из своей ментальности, там, редакционной политики, по-своему смотрят на события, которые происходят в регионе, в стране в целом. Но они выполняют важнейшую миссию для страны, для общества. Поэтому сказать им слова благодарности и уважения – это очевидная наша задача, и мы это сделали и от имени города, и от имени, безусловно, области, как законодательной, так и исполнительной власти. Люди были награждены за свой непростой труд. Они находятся на острие общественных событий, тех трудностей, с которыми сталкивается регион. И наградить их было это и приятно, и почетно. И я уверен, что в целом вечер, который продолжался потом и в неформальной обстановке, прошел очень хорошо. Конечно, вот завершением недели я буквально утром выехал из Каргополя, где целый день накануне мы отработали, открыв хрустальные звоны, традиционный праздник в этом удивительном историческом городе. Примчался в Архангельск с одной главной целью – это поздравить с юбилеем нашу команду «Водник», команду удивительную, команду «Символ», команду «Гордость», команду «Любовь» всех жителей Архангельской и Архангельской области. Я с удовольствием принял участие в торжественном мероприятии. Мы постарались сделать так, чтобы то внимание, которое уделила региональная власть команде, мы на самом деле по-особому печемся о ней и стараемся, чтобы ребята не испытывали никаких трудностей, ни финансовых, ни организационных, ни ресурсных, там речь идет о базе команды, о ее сборах и так далее, и так далее. Мы все это обеспечиваем, но вот хотелось сделать хороший подарок, мы его сделали, помимо наград подарили команде новый автобус. Уверен, что вот автобус опять с красивой надписью «Водника» будет радовать, когда будет ездить и по Архангельску, по другим городам Российской Федерации, неся звание нашей великой команды и пропагандируя русский хоккей как один из лучших видов спорта, командных видов спорта, которые все так любят. Ко мне обратился Андрей Григорьев из Мезенского района, деревня Лампажня, по поводу необходимости у них в деревне трактора. Вы знаете, с удовольствием. Мы такие вопросы решаем, на самом деле, вот в нынешнем нашем прочтении, когда мы уже не пересчитываем каждую копейку, как говорится, до зарплаты, а можем себе позволить какие-то проекты развития и такого социально значимых действий, мы с удовольствием поможем с трактором. Я просто прошу, чтобы и
Андрей Григорьев и коллеги вместе посмотрели, трактор это ведь не для того, чтобы сейчас прочистить дорожки. Трактор это водитель, это содержание, техническое обслуживание и так далее, и так далее. Если это соизмеримо с возможностями и деревни Лампажня, и Мезенского района, я с удовольствием помогу, тем более, что это социально значимый проект, и он реально должен быть востребован на территории, но с учетом всех факторов, чтобы он не ржавел потом на заднем дворе одного из социальных или там муниципальных учреждений. Такие были две недели первые две недели 2020 года. Повторюсь, темп задан высокий. Будем работать и будем в контакте.